Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой. Новый проект называется «Квадросистема. Вход от 22 рублей». Работает проект 4 дня. Регистрация 142 человека. Ну, здесь вот инвестировано сколько. Ну, карточные игры это отдельно. Значит, что он нам предлагает? Бонус при первой активации тарифа. Еженедельные бонусы. Реф-программа 10%. Всего 4 тарифа. Реинвесты, переливы, переходы, закольцовки. Так. Давайте опустимся чуть ниже. Здесь нам предложены тарифные планы. Тариф первый. Значит, вход 22 рубля. Реинвест и переход в тариф номер 2. Второй тариф номер 2. Вход 44 рубля. И что реинвесты и переход в тариф номер 3. И с каждого тарифа здесь все как бы переходим. И вот с четвертого тарифа переход в тариф номер 1 мы переходим. И идет реинвест. Сейчас я рекламку свою закрою. Вот, переход тариф номер 1 и идет реинвест. Значит, ну, здесь посмотрите и все почитайте. Регистрация здесь наипростейшая. Я только зарегистрировалась. Если мы нажмем регистрацию, сейчас я вам покажу. У меня сразу в кабинет. Друзья, там логин, имейл, пароль. Ставим галочку и нажимаем «Зарегистрироваться». И попадаем на страничку «Мой профиль». Значит, здесь у нас тариф 1, тариф 2, тариф 3 и тариф номер 4. И вот здесь у нас сразу находится партнерская ссылочка наша. Вкладочка «Редактировать профиль». Я только что зарегистрировалась. Я потом это все отредактирую. Здесь загружаем свою аватарку. Прописываем имя, страничку ВКонтакте, Facebook. Ну, по желанию, чтобы я все пропишу, чтобы в случае чего мои партнеры могли со мной связаться. Далее и сюда вводим пароль. Нажимаем «Сохранить». Далее. Здесь мои тарифы у меня еще нет. Здесь будут отображаться наши партнеры. Так, секундочку. Так, мои рефералы. Здесь вкладочка. Ну, здесь вот логин, последняя активность, количество и заработано. И вкладочка «Пополнение баланса». Я буду заходить на два тарифа. На 22 рубля и 44. Я пополняю сначала. Тогда сейчас пополню. На 66 рублей это выходит у нас. Значит, нажимаю вкладочку «Пополнить баланс». Меня перебрасывает на платежную систему Payeer. Ну и далее по накатанной мы пополняем баланс. Так, 66. Выбираем рубли. Подтвердить. И я пополнила. Так. Вот мой баланс составляет, смотрите, здесь 66 рублей. Я активирую тариф номер 1. Тариф активирован. Видим, да? И активирую тариф номер 2. Вот тариф активирован. Справа вверху зеленым загорелось. Далее, теперь я иду. Мои тарифы. И мы видим название тарифа номер 1 и тариф номер 2. Нажимаю подробнее. И здесь вот можно все просмотреть. Здесь будет наша статистика. Вот кому, от кого сумма. Далее
Так, пополнить баланс я вам показала. Самое важное, вывод средств у нас. Вкладочка, смотрите, вывод и перевод средств от 1 рубля. Инстант. Работаю с платежной системой Payeer. Здесь вот Payeer и участнику проекта. Значит, сумму, кошелек. А если участнику проекта, сумму. Так, укажите кошелек для сумма. А сюда вот не знаю, как здесь участнику проекта. Ну ладно. Вывод от 1 рубля, друзья. Видим, да? Здесь история операций. Идет, смотрите. Вот мой. Как бы. Мое пополнение. Здесь вот видите сумма от кого, кому. Вот я, смотрите, кому-то вот переливом, наверное, пошла. Даша 09. Вот мой логин. И 18 рублей. Потом 3,60. Ага, это админу. Далее. Ну, здесь больше нету. А вот еще у меня 9 рублей. Вот мои суммы. Видите, здесь все четко и ясно расписано. Так, дальше история операций. Здесь у нас маркетинг. Там можно ознакомиться. Друзья, разрешены мультиаккаунты здесь. Здесь это все можно прочитать. Я уже не буду ничего зачитывать. Здесь очень все подробно расписано. Вот. Это все прочитаете. Так. Далее. И что еще? Так, обучение, продвижение нет. Карточные игры это отдельно. Информация нет. Есть вопросы, ответы. Прочитайте сами. И смотрите, бонусная программа. Давайте обратим на это внимание. Очень интересно. После регистрации для получения бонуса на личный счет в размере 22 рублей нужно активировать любой из тарифных планов. После этого обратиться за получением бонуса по скайпу вот сюда или в группе Telegram, ссылка номер 1, для России ссылка номер 2. При обращении укажите свой логин и когда активировали тариф при получении бонуса, вы должны быть онлайн и сразу активировать бонус путем покупки тарифа номер 1 или добавив сумму бонуса к наличным накоплениям. Вы можете активировать любой из тарифов. После активации сразу известить об этом, и тогда вас поставят в очередь на получение еженедельного бонуса. Что такое еженедельный бонус? Составляет 22 рубля. Он выдается по очереди. В списке на очередное получение бонусов будут выставляться в разделе «Информация партнеров» и в группе Telegram. Для получения бонуса процедура такая же, как и в случае с бонусом при первой активации тарифа. Разница только в том, что вы при этом должны иметь одного реферала. Поэтому при обращении вы еще указываете и логин своего реферала. Понимаем, да? Супер как. Также нужно предоставить скрин из раздела «Мои рефералы», где должен быть виден логин вашего реферала. Например, у вас есть 7 рефералов. Таким образом, вы сможете получать еженедельные бонусы 7 раз, предоставляя каждый раз для проверки по одному логину из ваших рефералов. Вот такие здесь, друзья, плюшки. Супер, да? Ну, в принципе, я все показала, как пополнить, активировать тарифы. Вот. Приглашаю в проект. Можно поработать. Вход невеликий, 22 рубля, плюс бонусы.
буду продолжать делиться с вами своими результатами, ну и, естественно, мониторить этот проект. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!